Всех приветствую, друзья. Сегодня мы научимся делать передний виз. Передний виз является одним из основных элементов в воркауте. Есть два вида упражнений, которые помогут вам освоить передний виз на турнике в кратчайшие сроки. Первое упражнение – это статические упражнения, и второе – это динамические упражнения. Всегда начинайте тренировку переднего виза со статических упражнений. Статические упражнения – это обычные удержания упрощенных вариаций переднего виза. То есть, самая упрощенная вариация – это закрытый передний виз, когда колени у нас прижаты к груди. Далее, когда научились держать так 5 секунд, переходим к полузакрытому переднему вису. Полузакрытый передний виз желательно научиться держать секунд 10. Далее идет передний виз с одной выпрямленной ногой, но вторая нога, второе колено прижато к груди. То есть мы вот вышли, полузакрытый, потом делаем с одной согнутой. Далее, когда научились держать такую вариацию в районе 5-10 секунд, лучше 10. Переходим к следующей вариации, это передний виз с согнутыми ногами. Вышли, и вот. Далее, когда научились держать передний виз согнутыми ногами секунд 5-10, переходим к переднему визу с одной согнутой ногой и одна выпрямленная. И далее переходим к непосредственному переднему визу. Фу, я уже забился, капец. И вторые, это динамические упражнения, помогут прокачать ваши мышцы и подготовить их к нагрузке. Это обычные подъемы в передний виз. То есть фиксируемся в прямом положении и стараемся поднять наше тело в горизонтальное положение, используя только мышцы спины. Кому тяжело делать полноценный подъем, делайте подъемы в горизонтальное положение согнутыми ногами. Либо же закрытый передний виз. Есть также еще много подводящих упражнений, которые помогут вам освоить передний виз, но вот эти два упражнения, одно статическое и одно динамическое, я выделяю как основные упражнения, которые помогают освоить передний виз. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрите, спасибо, что лайкаете, поддерживаете. Всем удачи, ребят, в изучении переднего виза, в тренировках, без травм. Всем желаю удачи.